Добро пожаловать, друзья, на канал Baby Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы начинаем проходить игрушку под названием Raft The First Chapter. Погнали! Итак, тут довольно долгое время прошло после первого релиза этой игрушки, уже там более года, скорее всего, даже больше. Разрабы, конечно, продолжают работать над ней, добавлять всякие новые фишки. Вот, как говорится, first chapter, да, первая часть, как говорится, да, значит, подразумевает, что будут у нас еще какие-то части. Ну, не знаю, короче, погнали, короче, поиграем. Создадим новый мир, персонаж, имя ВБ мы поменяем, потому что это еще с первого перевода еще будет, у нас будет ВБ Play, как вы догадываетесь, конечно, да. Май, персонаж что Май, Рох. Да, вот нормальный такой чувачок, поиграем за него. Ну, создаем новый мир, обычный, простой. Помощь утолять голод, жажду, не стреляй при перезапуске. Спокойный, расслабленная версия Рафт, где не нужно бояться врагов. Обычный, средняя сложность для обычного игрока. Сложный, нельзя перезапустить без помощи друга. Сложность для обычного игрока. Обычная сложность, ну давайте поиграем. Да, поиграем тогда в обычную. Так, пароль. Друзья, нет никогда. Ваше название мира. Мы напишем, да, ВБ. ВБ World. Итак, ну, короче, создать мир. И погнали. Посмотрим, что у нас там ввели нового, какие новые фишки. Так что, друзья, если какие-то советики, оставляйте в комментах, обязательно прочитаю. И возьму на вооружение, если там будет что-то годненькое, конечно. Так, ну что ж, посмотрим. Ну, скорее всего, мы сейчас опять начнем на плоту, на маленьком кубике. Только известно, откуда он это сделал, конечно. Ну, посмотрим. Ладно, погнали. Что-то долго загружается вообще, непонятно. Ну, ладно, посмотрим. Итак. Лоудинг. Вроде бы русский язык поставлен, загружается, блядь, на английском. Ну, ладно, черт с ним. Ну, это писец, ну, серьезно? Так долго загружается игра, создается. Ну, я понимаю, что первый мир создается. Так, ебать, как это все выглядит очень большое. Это что-то в связи с графикой, что это такое, потому что у меня считается на 4К. Подожди, друзья, сейчас настройка. Графика максимальная. Ну да, мы играем на максимальной графике. Почему такая вот? Ну ладно, может быть, надо просто привыкнуть к этому делу. Зум такой огромный. Ну ладно, как обычно, начинаем ловить все, что у нас тут попадается. Так, это пластмасска. Так. Я больше всего интересует меня пока что бочонки. Так, ну надо как-то... Ой, тетя, доска, ловим доску. Ну это не захватит меня, нет, не захватит меня. Ладно, черт с ним. Вот тут сейчас будет такой хороший... Ой, бля, не долетело, да? А все-таки долетело. Собираем все, вот, возможности пока что. Потом начнем уже расширять плот. Так, 7. Вот тут хорошо будет сейчас. Сейчас наберем полный инвентарь. Вот то, что не вот это, что найдет перед меня, это нужно нам это. Он это все пока что бросим. Ну ладно, это еще крюк плохо летит. Когда сделаем металлический крюк, уже будет все по-другому у нас. Все будет нормально. Более-менее будет летать, как полагается. Так, ладно, ловим мост. Ой, блядь, мост, бочку. Тут будет картошина, скорее всего. А, нет. Ну, допустим, хорошо. Текс. Угу. Блядь, досы, почему я их пропускаю мимо?
течение пошло. Так, нам надо создать молоток сейчас. Так, надо создать вот молот, веревка у нас изготовить. Так, блин, пласовую эту. Отлично. Тоже сюда ко мне, молодца. Ну вот так. Ебукочек. Так, смотрю, там мост у нас. Ой, мост, какой-то остров у нас впереди, да? Мы прям на него плывем. Но сначала надо вот туда как-то долететь. Долететь, не? Походу нет. Не, должно заводить. Отлично. Пока нас акула не нападает на один такой маленький плот, так что это не можем по счету не переживать. Так, надо сейчас очень много мне этого. Так, значит, что мы делаем? Блин, подожди. Так, давай. У нас 16 досок. Отлично. Так. Я думаю, мы упремся в остров. Ну, это я не скажу, это неплохо. Это довольно-таки неплохо. Так, я хочу, чтобы так, это было на двоечке. Так, ну, сейчас поймаем эту бочку. Я так надеюсь, что я поймаю. Так, давай. Да, будет нормально. Сейчас захватим ее. Отлично. Ой, блядь, нет. Ладно, это не страшно. Сейчас ее заберем. Отлично. Итак, короче, я хочу так открыть инвентарь и это поставить на двоечку. Так, чтобы было удобно. Так, двоечка. У нас тут все у нас хорошо. Так, повернуть. Так, делаем раз, два. Раз, два, три. Вот так. Чтобы у нас более-менее так было место, куда бегать. Так, о, бочечка, иди ко мне. Был бы у нас, блин, какой-нибудь, как его, якорь бы, блин, сбросили, было бы вообще шикарно было бы все. Так, следующее, что нам надо сделать, нам надо будет сделать сейчас срочно копье. Вот что надо будет сделать, хорошо. Ну, я сейчас не смогу ничего сделать этой морде. Ах ты, сука, сгрыз мне мост, ладно. Так. Что нам надо, чтобы сделать с копьем? Так, копье нам надо сделать. Копье на веревку. Изготовить. Сразу это ставим на троечку. Так, хорошо. Доска нужна. Доска мне нужна. Я пока что не хочу нырять сюда, так что... Пока что без этого. Хорошо. Так, ловим это. А, то сломался у меня этот. Ой. Это жопа. Вот ты жопа. А чё ты не прыгаешь на мост, отлё? И это сломалось, да? Хорошо. Крюк. Пластик у меня есть. Изготовить. Отлично. Хорошо. Цепанул меня один раз под паскудника. Ну ладно. Не страшно. Так. Хорошо. Так, иди сюда. Ай, блин. Не хочу воду. Блин, ладно. Чё с ним? Иди. Так, хорошо. Так, вот это надо достать. Ай-яй-яй. Отлично. Хорошо. Пластмасса есть. Иди сюда. Могу достать. Иди сюда. Отлично. Так, хорошо. Так, дальше смотрим, что можем еще построить здесь. Так, быстренько, чтобы у нас было. Так, топор. Нам не нужен топор, маска. Так, кушет, кроватку. Рабочий стол. Кстати, надо построить рабочий стол. Делать. Мы сможем... так, ставим его на четверочку.
Четверочка. Да, это сейчас тварь на меня нападет по-любому. Чувствую я уже. Иди сюда, сука, ну. Где ты там? Ладно, пока она не напала, надо собрать... Ой, ёпта, ресурсики. Да, шока. Чтобы отменить эту, типа, если вы промазали, нажимаете просто правую кнопку мышки, и все, она отменится. Потому что если вы чувствуете, что не долетает, да, тогда просто... Так, смотри, сейчас она будет заходить на закус. На закус он будет заходить, тварь. Так. Привет. Где она, блядь? Сука, исчезла, нахуй, тварюга, а? Ну, по-любому, надо же будет ждать момент, пока я, блядь, отвлекусь на что-нибудь такое интересненькое. А, вот она, блядь, плавает. Так. Хорошо. Раз. Так. Кстати, надо начинать уже думать о пище, и потом о подоле и так далее. И вообще, делки начинать уже строить... как его называется, эти сетки. У нас, походу, у нас есть уже доступ к этому строительству. Сейчас не уверен, только надо будет посмотреть. Не помню. Сука, не успел. Ладно, черт с ним. Что-то музыка исчезла. Как-то, блин, здесь странно. Ну да ладно. Ну так, отлично. Так. Мне, блин, какие-то бы семена бы собрать, нахер. Так, ладно, расширяем тогда мост пока. А кстати, подожди. Мы же могли как-то сделать так двоечку. Right button. Ага, вот, да. Я говорил, что как-то можно было делать сетку. Но тут просто пока что плод делается, да? Да, тут даже прямоугольный можно сделать, а круто, ну вообще отлично. Значит, мы не сможем пока что строить, да? Что? Нету пластмассы? Нет пластмассы. Ладно. Ладно, пластмассы. Так, пластмассы. Так, иди сюда, тварь. Ну, перед лучшим надо было сначала было нажать, чтобы чинили, да, а потом можно было с этой акулой воевать. Было бы довольно практичнее и удобнее. А, тут мне не хватило на одну эту. Пластмассы не хватило. Так. Строим. Так. Так, я хочу сейчас построить. Рабочую поверхность. То бишь, чтобы изучать новые рецепты. Так. Так, чтобы захватить по максимуму. Отлично. Следующее. Отлично. Отлично. Так, сейчас захватим мы вот эту тему. И посмотрим, что можем еще сделать. Интересненького. Хлебысь. Нормально. Камень, металл, все нормально. Металл, камень. То, что мы можем создать уже, может быть, да. Блин, промазал. Да ёпты. Так темно, вообще ни хера не видно. Ладно, тут акула, блядь, кружит. Надо ее завалить, на, чтобы она мне не мешала здесь. Доску тоже захватили, отлично. Доску захватили. Иди сюда. Отлично. Ой-ой-ёпты, две бочки.
не долетет, сучка, бля. Ну ладно. Теперь с ним. Так, что у нас еще здесь? Есть какая-то бочка впереди? Так, сейчас, походу, мы войдем прям в мост. Ой, не в мост, это как его, на остров. Это неплохо. Что такое? О, блин, опреснитель. Срочно. Не-не-не-не-не. Маленькие хранилища, маленькое хранилище. Подожди, где у нас тут? Обычный опреснитель. Изготовить. Четверочка. Пока что поставим его сюда. Положить доски. Надо сейчас сделать кружку. Изготовить. Что-то я увлекся вылавливанием мусора, блин. Давай-давай-давай, быстрее, мне надо водички выпить. Ладно, пока мы тут. Могу? Отлично, налить. Так, мне надо сейчас еще сразу срочно построить, пока мы тут, я не забыл, гриль. Обычный гриль. Веревку есть, изготовить. И, значит, тоже поставим где-то ее на пятерочку. 5. Тут рядом. Потом это все мы передислоцируем, конечно. Так, что можно здесь положить? Доски положим и дыню. Ой, не дыню, это его. Вот эту. Сырореть. Так, сразу еще раз наполняем. Так, это сюда. Пусть жарится. Так, веревка. Ой. Так, хорошо, так. Блять, не успел. Надо. Сюда. Вот так. Опять акула, блядь, тут лазит, шастает мне. Блядь, пластмассу пропустил. Ну ладно, черт с ним. О, нихера, бля, успели. Вот так делаем и, короче, чиним и идем, сука, эту дыру рубить. Потому что она меньше кусает, чем вредит нам. Забрать. Отлично. О, у нас чертеж от Нэнэ, замечательно. У нас ресы пошли, нормально, могу их забрать. Кушаем, кушать, надо ее скушать. Так, это мы ставим на десяточку. Десяточка. Кушаем. С водой у нас пока что все окей. Надо еще что-нибудь сюда положить. Положить доску, восьмерочку. Могут так ее есть? Да, она меньше, она дает на меньше ресов, да? Опаньки, приемник. Отлично. И мы приемник уже выучили, блин. Такого изобилия ресиков очень редко. Ну, там же таких чертежей, а не ресиков. Очень редко можно получить сразу при самом старте. Нормально, у нас все хорошо пока что. Так, водички. Тут надо залить водичку, чтобы была она. А, у нас уже есть вода. Отлично. Так, дальше, значит, берем редьку. Скушаем редьку. Так, это скоро сломается. Значит, берем, пьем. Наполнить. Ой, что сделал? Наполнить. Зеленый водомер был сюда. Вот. Ну и, блин, дурень. Так, хорошо. Дальше что мы делаем? Надо кроватку построить, так что нам надо отдохнуть, потому что мы... Подожди. Так, смотрим, так, и так, 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 что тут еще? Маленькая грядка, кстати, можно было грядку посадить, чтобы какие-то овощи, фрукты или там что-то высаживать. Это поставим пока что как-нибудь, не знаю, блин, куда мы ее посадим.
Давай сюда где-то, может быть, нет. Пока что. Может, можешь еще повернуть ее. Давай тогда вот сюда. Вот сюда. Если что, поставим потом. Посадим какой-нибудь. А у нас есть что посадить? Нихуя, у нас нет что посадить, подожди. Нет, у нас нет таких этих семян. Надо. Бросаем эту тему сюда. Может, здесь семена какие-то попадутся нам. Нет, камни. Где, бля, бочка? А, вот она. Так, ресы, так. Ничего не могу еще посадить. Вода у нас есть, это все есть. Так, что у нас тут? Так, цветает, да, у нас уже, да? Хорошо. Надо мне стол поставить. Надо, но все равно сначала надо расширить плот. Мало места. А то что здесь, надо чинить что-то? Да. Но здесь вроде бы все нормально. А кто мне тут подсоб успел цепануть, я не понял. Ладно, сделаем его. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Да сука. Акула сейчас зацепанет. Ну вот только вылез и, блядь, уже сука за жопу меня хватануло. Тварь. Ладно, делаем крюк. Крюк изготовить. Так, один. Да еб ты. Сильно это мог чуть бросить. Какие-то семена нужны мне. И туда. Вот так. Ну нету семян. Захотел, бля. Захотел свинья апельсин, говорится, да? Ну. Все, да, застряли, да? Так, короче, значит, так сделаем. Так. Вот жопа жопошная, а? Пластмассы нету? Ты что, издеваешься надо мной? Походу мы тут застряли, да? Ну давай, выезжай, чувак. Мы же это можем. А подожди, я могу поставить парус? Да, могу поставить парус. А хлама нету, ёшки-матрёшки. Хлама нету. А хлам может быть здесь где-то, блин. Это что? Это железо. Ой, ёпты. Надо акулу убить. Ой, ёпты. Твою дивизию, бля. Вот чуть не откинулся, нахуй. Ну все, мне тут полнейшая жопа. Доски, доски, а хлама нету. Алло. Только ты что, шторм еще начался, бля, что-то без понятия мне. Да, походу, раньше можно было как-то ходить и... Ёпты. Ёпты, матрёшки. Тут, блядь, штормище куда начинается. Море волнуется. Или океан уже, скорее всего, блин. Опять она тут страдает.
Такс. Тут все починить, надо чинить, все это нормально, да? Ёж, матрёж. А я хочу кушать, да? О чем есть что покушать? Картошка. Так, седо как-то вообще, блядь, плохо, печально. Может быть, надо было, блядь, поменьше ставить, потому что, типа, очень уж тут дотошно мне бегать каждый раз за жрачкой сейчас будет. Ну, хорошо, ладно. Так. Хлам. Веревка. Жопа. Нормально мне. Так, сука, иди отсюда нахер. Где та шлюшка? Ну, походу, мне кажется, тут вода уже. А, да, вода растет, все. Ой, растет вода, блин. Так. Пластмаска. Блять, волны меня раздражают, но я не могу, блин, прицелиться нормально. Камень, доски, доски, камень. Акула, сука, иди, смотри. Должно было уже сдохнуть, тварь. Ну, конечно, музыка хоть когда бы заиграла. Так, тут... Нет, не работает больше такая... Так, там что-то было. Или мне проглючило, но там кажется, как это... Что-то там было интересное. Что ты кушать опять хочешь? Ну, затрахал, ну алё. Мне больше нечего покушать, походу. Ничего нет покушать. Убрать. Короче, мне нечего пожать. Что за херня? Ой, я выпил уже не то, что надо. Ёбаный кабан. Да, я хочу собрать картошку, алё. Или дайте мне... Ну, тут пиздец. Мне нет, нечем покушать, нечего покушать. Рыбы нету, ничего нету. Акулу бы, блин, цепануть, было бы все шикарно. Ешки-матрешки, блин, нет у меня ничего. Эта картошка еще растет, сука. Надо было ее испечь. Имею в виду картошку. Надеюсь, что здесь будет что-нибудь съедобное.
Да ни хера, Сидона здесь нету. И то, что тоже здесь нет, тоже ничего нету. Я ничего не могу с ним сделать, блин, ничего не могу сделать, мне надо... Жрачки нету, все, пизда мне, короче. Ничего мне дает, из еды мне ничего не дается. Пластмасса, пластмасса, урожай. Есть урожай. Давай пожарить картошку, давай, давай, давай. Десяточка. Нужна пресная вода, но сейчас я уже этим делом занимаюсь, дружище. Куда я налил ее? Положить доски. Подожди, так, давай, 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 давай. У нас хпшка падает. А, у нас еще, я думал, что там начнется будет, еще будет очень брутально будет все падать. Нужна пресная вода. Долго это все. Давай. Все отлично. Налить сюда. А ты давай пожарь быстрее. Йоха, майка, ее. Опа. Он только на одну часть. Японский ты моть. Больше чего не да. Ну ладно, ищи, может быть, у нас получится. Веревка, веревка. Надо было заранее подумать об этом. Так, что у нас здесь за Т? Ладно, это, короче, я потом прочитаю, что-то я... Это что-то новенькое, я раньше такого не видел. Да что ты будешь делать? Доски, доски, блин. Раньше тут была еда. Почему ее сейчас нету? Якул тоже не, блядь, сколько я буду ее дубасить, на, она должна была уже сдохнуть давно. Ну ладно, пока что собираем досыки. Лесыки собираем. У нас другого чего не остается. Ну дай картошину. Какие раз два. Не, ну даже это доживем, я думаю, что до у сбора урожая, ну не знаю. Так, сразу создаем крюк. Ну и тут явно тоже ничего не будет у нас толкового, говорится, блин. Картошка, сырая картошина. Да зачем я это ж мог руками собрать ее? Ладно. Скоро у нас картошина будет, сейчас можем набрать ее. Так. Ловим. Угу, пересекает мою.
Сейчас у нас будет урожай здесь готов. Скоро. Ой, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, красавчик, иди сюда. Отлично. Сейчас еще следующую картошку пожарим. Инвентарь. Десяточку. Десяточку жарить. Досочки, отлично. Опять мы тут сейчас врежемся в это, блин. Ну ладно. Боремся за выживание, друзья, за выживание боремся, боремся, все боремся, боремся. Так, я хочу вообще в дальнейшем сделать два этажа, то бишь на втором этаже. Так, все, собрать можно? Нет, еще, блин. Кушаем, кушаем, друзья, кушаем, 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 дружище, кушай, кушай. Отлично, все, сейчас начинает более-менее он. Сейчас соберем урожай. Тут будет на одну картошку, то бишь будет 4 картошины, то бишь 3, то бишь 6. 3 посадим, 3 сможем готовить. Где-то сучки есть одна. Урожай, урожай, урожай. И сейчас сразу сажаем обратно. 3. Сразу сюда картошину. Берем водички. Вот ты жопа. А куда я эту водичку вылил? Ну не туда, куда полагается. Хорошо. Ну, сейчас бы акулу завалить вообще было бы шикарно, блин. Ну, по идее, она уже должна скоро сдохнуть. Уже 3 раза я по ней уже лупил. Так. Картошина готова? Нет еще? Давай-давай-давай. На пятерочку сейчас поставим. А, здесь уже готово. Блин, нихуя. Так, все починили, да? Так, короче, так, тут налили водички, можем это скушать. Это и на пятерочку, да? Отлично. Пяточку берем. Кушаем. Так, в двоечку ставим. Жарим. Пресненькую водичку мы забираем. И сюда. Собираем это вот сюда и вот сюда. Это можно вылить. Блять, прозевал. Сейчас возьмем это, но надо построить стол. Картохин, картошка. Так, ладно, ставим рабочий стол. Нам надо поставить, где у нас находится. У нас находится, давайте поставим его на пятерочку. Так, 5. Вот сюда его поставим пока что. Явно будем потом все переделывать, это факт. Кушаем. 0 ставим, жарим. С водой, ага, водичку надо нам, да. Так, что можем изучить? Открыть. Ага, доски. Веревки. Камень. Ой, не то. Пластмасса. Что можем еще сделать? Так, металл. Тут уже нет, да? Нет, не можем ничего за это изучить. Так. Тык-тык-тык-тык-тык. Большая грядка, хорошо. Ведро. Что ведро делает? Просто не очень удобно. Кровать, маленькое хранилище, кровать.
Так, это ничего здесь нет. Так, что здесь случайно? Так, гвоздь. Изучим, что можем из гвоздя изучить. Отличненько. Так, что еще можем сделать мы такое? Кирпич, песок, веревка. У меня есть уже из веревки, мы изучили, да? Парус, грозовой якорь изготовить. Или не надо? Я не помню, или можно было что-то из него сделать. Изучительно. Нет, ничего не можно было сделать. Это просто мы сделаем вес, блядь. Ну ладно. Парус надо сделать. Кровать, коврик, календарь, стул, фонарь, коврик, полка, табличка, доски, трофей. Не надо нам ничего за этого. Ой, давай, так, сюда иди. Отлично. Так, что у нас здесь? Собираем картошечку. Так. На нулевой слотик. На десяточку я имею в виду. Так, урожай у нас созрел, еще нет еще. Так, что у нас осталось? Картоша на 10 слот. Так, с водичкой у нас надо попить. Выпить. Так, что тут? Так, берем. Так, хорошо. И сюда. Даже только не понял, как я могу сети сделать. Эх ты, сук! Хотел сожрать мой кури, блядь, это как его? Мою пищу, паскудник. Ну, давай. Камень. Ах ты, сука, уйди отсюда уже. Воришка. Так, где акула вообще, блядь? Чудо не понял. Алена, ты где, блядь? Иди сюда, надо тебя завалить на. Идем. Ах ты, блядь, не успею. Твою мать, ну не знаю, что не успею. А почему, чего мне не хватило? Веревок мне не хватило, да? Да, веревок не хватило мне. Паскуда. Так, ладно, изготовить веревки. Так, еда. Съесть. Сюда можем положить что на... Так, это на восьмерочку. Пусть жарится на восьмерочку. Так. Ну, 8, ну. Да, блядь, не сажать же. Урожай. Ладно, посадим обратно. Так, шестерочка, семерочка. Так, вода. Ой, зачем ты его выпил, дурень? А подожди, а этот, я, вот я, например, сюда это поставлю, могу изучить? Нет. Мне надо перо найти, да? Металл. Это что? Кирпич? Пугало. Тихо, стопэ. Картоха. Сук! Блять, не успел ему треснуть пару ласковых. Так, что хотел сделать? Так, водичка у нас есть, еда, мы что ж не надо нам. Так, хотел я построить... Обычный гриль не надо, ведро мне не надо. Вот, сеть ловушка. 8. Нихера себе, бля. Но
Ну, допустим. Через одно тогда? Нет, или как так? Подожди. Ладно, придумаем. А кстати, если мы сделаем одну фишку, подожди, надо пора проверить. Нужны гвозди, что? А, нужны гвозди. А для гвоздей нам нужно что? Изготовить гвозди надо нам что? Это мы... А, вот что нам нужно для гвоздей. Вот эта тема нам нужна для гвоздей, да? Ну ладно, допустим. Ой, тихо, спокойно, иди сюда. Хлам нам нужен. Так, стоять, стоямба. Нам нужно срочно построить парус. А у нас же есть парус. Зачем нам строить парус? Так, значит, берем, поставим пока что его сюда. Где ты у нас? Давайте на пятерочку. Сейчас соберем. Блять, да зачем ты его выбросил? Я хочу сплавать. К. Вот туда хочу сплавать. Так, пятерочка. Ладно, поставим его. Плывем туда, дружище. Отлично. Так, что с едой у нас? Редька, не знаю, что, блин, тема это. Так, и туда. Сук. И вот ты не вахерели вообще морда, а? Мы плывем нормально. Ага, туда. Ага, отлично. Вот, нормально у нас там работает наша ловушечка. Так, из-за... Мы как приблизимся, оно, если мы на нее прыгнем, она затонет. Серьезно, тварь. Что с ним? Хуесосина, а? Сколько цепанул меня за жопу. Так, чё мы подняли вообще? Допустим, так, так, что мы подняли? Чертежи... Так, гвозди, да? Так, где у нас что-то? Ага, отлично, так. Я хотел сделать одну тему. Попробовать, не знаю, получится, не получится. Я хочу все перенести на второй этаж. Но для этого нужно много ресурсов. Так что пока что сделаем по-другому, трушить чуть-чуть. Так, тихо, нет, ну мы... Не-не-не-не-не, дружище, мы это не будем делать. Мы будем делать... Сука, опять нажать мои эти хуйни. Так. Я сделаю на... Так, ладно, так, короче, где наши? Изготовить. Инвентарь.
Так. Уйди отсюда, жопа. Так, пластмасс нужно, да? Камень, камень. Блять, пластмассу дай мне. Отлично. Так, ладно. Так. Потом сюда, следующую сюда поставь. Что такое? Есть, он хочет опять. Там что-то споймали. Так, у нас гвоздь здесь. Так, хочу сейчас сделать такую тему. Это я хочу убрать. Посмотрим, за ресурсами вернем или нет. Ага. А почему ты ничего не убираешь? А, понял. Нет, убрать. Ну да, фикс. Так, я что-то не понял. Почему ты не убираешь то, что мне надо? Урожай? Причем тут урожай вообще? Почему ты не убираешь, ёпта мать? Или мне надо что-то специально для этого, чтобы я мог убрать его, не понимаю. Собрать предметы, убрать. Ну почему ты мне... Мне говорит, что убрать, но не могу убрать. Ладно. Так, картошку надо посадить нам. Так, подожди. Чтобы я... Раньше можно было просто так взять и убрать. Это дело. А почему сейчас ничего нельзя сделать? А может так надо как-то присесть? Убрать. Ну вот здесь идет. Допустим, ладно. Может, нам топор нужен, не знаю. Каменный топор. Или убирать... Вот. Значит, нам нужен топор. Раньше такого не было. Ой, ёпты. Я не планировал тут ломать. Хотел его вот здесь сломать. Ну ладно, возьмем, значит, сломаем здесь. Итак, сюда мы хотели поставить что? А подожди, блядь. Вот так. Сюда мы ставим просто вот такую тему. О, здрасте. О, неплохо, неплохо.
чтобы мы тут не замарчивались с темой этой по добыче всех ресурсов, сделаем иксом их. Значит, сюда следующее поставим сюда, потому что, думаю, сейчас ширина достаточно мне. Так, пока что на первых порах. Сюда, значит, выбиваем, разбиваем здесь. Потом что вообще сделал, потом сделаю вообще по-другому. И потом сделаю так, что мы сможем... все это первый этаж сделать под добычи, а во втором этаже у нас будет все находиться остальное. Так, отлично. Так, надо малость переставить все дело здесь нам, да, что у нас здесь есть. Так, хорошо, что у нас здесь следующее идет. Это мы берем, а это я могу убрать. Удерживать это надо убрать. Ну, вот так, хорошо, уже неплохо. Главное, что мы здесь не проваливаемся. Это, блядь, это ты... Мать моя женщина. Так, дальше. Кстати, что мы можем сделать? Так, подожди, надо переделать малесь. И веревочку. Изготовить. Изготовить, изготовить. Отлично. Ой, блядь, а я просрал ей парус. А как так? Почему? У него гомонная акула, блядь. И ты еще тоже у него гомонная тварь, а? Так. Что такое? Опять ты хочешь есть? Ну ты затрахал уже меня, ну. Действительно. Так, допустим. Допустим, на сюда что-то закрыть построим мы сейчас. Где эта тема? Вот это грядка. Для чего эта грядка? Большие растения, нам не надо большие растения. Вот это надо изготовить. Пятерочку 5. И вот сюда вот так. Раз. Это потом уберем. И сюда. Серьезно, блядь? Хорошо, это сломалось. Ну, ничего страшного. Так, где наш-то? Так, так. Сюда мы посадим вот это. Так, все, у нас уже понемножку мы забиваем ресики, все отлично. Сюда. Ой, чуть не упал с акулой, блядь. Так.
Есть ресики. Так, это мы ждем, пока это вырастет. Это тоже надо переставить нам. Иди сюда, пока мы тут добываем ресики. Давай, 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 сюда, сюда, сюда. Опа. Там еще, блин, ну не могу. Так, мне надо построить. Смогу я построить парус? Херс 2. Можно, если было бы сплавать туда, но тут акула меня просто сожрет заживо, блин. Нужна пресная вода. Ну что, не растет ни черта нахрен. Опасно далеко плыть, блин. Далеко плыть. Может рискнуть? Нет, там акула, блин. Сейчас она будет на меня залетать. Готовимся к атаке. Где она там, блядь, тварь? Иди сюда, на. Тут остров. А, кстати, у нас есть якорь. Якорь, да? Где якорь? Давай, для сечё, надо будет сбросить якорь. И почему ты не хочешь? А, понял. Почему ты не хочешь? Ах ты паскудник. Сейчас можем сплавать за этой темой. Потом вернемся, потому что сейчас пока акула вернется, это еще довольно долгое время пройдет. Может, там какой-то хороший чертеж будет у нас. Так, давай, 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 давай. Там что-то наверху еще есть, там он как-то надо прыгнуть, да еще можно было бы, кажется, можно. Где мой плод? Вот он там. Давай, 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 давай. Там лежать хочу опять. Ну, сейчас акулу, блин, будем жарить. А как мне вообще, блин, освободиться от инвентаря, который, чтобы это снять его вообще отсюда? А, вот, все. Колесико мышки. Надеюсь, что я успею доплыть до этого места. Там уже чаги рассажали у меня всю еду. То бишь, все мои эти посевы. Да-да-да, уже полетела тварь. Сука. Вот сучара, ну. Ой, как же далеко это все, ёшки-матрёшки. Можно быстрее плыть? Это плохо. Это очень плохо. Он сажала мою... Мои ресики там. Жачку мою сажала, тварь. Да что-то я, блядь, погречился. Надо было плавать. Потому что, ну, блин, вроде бы, если был еще был парус, еще более-менее можно было... держаться на плаву. А тут у нас, блядь, опасно. Ну, у нас еще время в запасе, пока акула не приплыла. Давай, 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 давай. Скоро приплывем. Сейчас акулу пожарим, будет у нас нормально все. Блять, вот здесь спускается тварь. Тут мы и припаркуемся, кстати. Угу.
Угу. Здрасте, блядь. Я ваша тетя. Сбрасываем якорь. Картошечку берем. Четверочку. О! Блядь, дурак. О, что-то мне какой-то рецепт выпал. Сейчас рыбу споймаем. Ой, споймаем рыбу, блядь. Все сожрали, смотри, блядь. Все, блядь, эти мои посевы. Звезданули, козлы. Ну ладно, мне... А, ну хорошо, кстати. Это убирать, можно убрать сразу. Паскуда, уйди отсюда. А мы так припарковались, короче, писец просто, блин. Давай мне-то акулу уже сажать надо. Нужна пресная вода. Угу. Так, короче, мне надо нырнуть пока что в воду. О! Нырнул я в воду, короче, блядь. Только нырнул сразу же, блядь. За меня там зацепилась за задницу на тварь. Так, хорошо, ладно. Это можно было убрать сейчас, да? Поставить сеть. Это тоже надо будет убирать потом. Уйди отсюда, жопа. Так, что мы можем выбрать? А это что? Откуда это у нас? Ну, допустим. Ставим сюда. Это что у нас здесь? Это рыба? А, это гриль. О, вообще отлично. Я думал, что все, пизда, нам веники, гриль уже больше не будет у нас. О, акула сразу нормально мне забустила. Ну и так, что пока что на старте хватит нормально. Так, что у нас остался? Приснитель остался, да? Которого у нас уже нету, да? А, вот он есть еще. Отлично. Сука, не получился завалить тварь. Ладно, приснитель, да, горишь? А приснитель... Надо приснитель сюда поставить, значит, так. На пятерочку. Пять. Повернем его вот так вот. Сюда поставим, отлично. И положить досочки. Положить досочки. Так, наполни водички. Хорошо, сюда мы положим рыбку. Это на пятерочку. Пятерочку сюда. Сырая акула, хорошо. Есть картошина, есть картошина у нас. Это на восьмерочку. Восьмерочку мы забираем, садим картошину. Берем водичку. Она еще не готова, хорошо. Нам бы еще туда нырнуть, блин. А что за, блин, доска здесь такая вот огромная? Могу ее рубить. Нет? Вот ты же... А это что? Ничего не могу рубить, да? Ну ладно, черт с ним. Ты сука! Ну бля! Мать! Давай рыбу мне. Так, есть. А, у нас, значит, там мы поставим где-нибудь. Сюда поставим. Парус. То, что нам для паруса надо, кстати. А, листья нужны, да. Листья нужны там, да. Ну хорошо, листья так листья. Вот они там есть как раз. И ставим парус. Делаем вообще-то парус сначала. Изготовить.
И так, чтобы было так по центру у нас получается, да? Вот так. Отлично. Закрываем. Смотри, сейчас я убьем ее нахрен. Ух ты, блядь! Угу, хорошо, ладно. Рыба готова, эту сюда. Эту ску. А если мы сюда нырнем? Сука, сожрала. Тварь. Да, блядь. Ах ты, сука, что полетит? Тварюга, ну. Камень, я же ничего с камень не могу больше сделать, блядь, что мне там... А, во! Ага, хоть два еще могу снимать. Так, плавильню, что надо было плавильню сделать? Так, там, плавильня. Плавильня. Это здесь должно быть, да? Мок, песок, глина. Пугало, кровать. Каменная стрела, весло. А где, блин? Кстати, что я должен, подожди, изучить, чтобы построить это? Сука, чуть-чуть не хватило ей. Чтобы построить плавильню, надо что? Сухой кирпич. Мокрыми надо глина и песок. А, это все надо нырять туда. Ну что, друзья, на этом, я думаю, закончим. Потом я поныряю здесь, поищу песок и... Что там, глину, да? И тогда сделаем кирпичок. А, если вам, друзья, понравилось видео, поставьте лайк, оставьте комментарии, подпишитесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение насчет новых видео. А, ну, мы продолжим снимать рафт. Я надеюсь, что вам понравится. А на этом мы сегодня заканчиваем эту серию и уже продолжим уже в следующем разе. Так что всем доброго, друзья. Пока-пока.